В Казалинском районе также отметили 29-летие закрытия Семипалатинского полигона. Свыше 200 жителей района прошли службу на этом полигоне. Сегодня их осталось 81. Им были оказаны должные почести. Ядерные испытания обернулись трагедией для казахского народа. Последствия радиации были страшные. Гибель людей, развитие тяжелых заболеваний, рождение мутантов. Огромные площади до сих пор непригодны к использованию. С обретением независимости Казахстан отказался от 4-го в мире ядерного арсенала и навсегда закрыл полигон. Антиядерные инициативы нашего государства высоко оценило все мировое сообщество. День закрытия Семипалатинского ядерного полигона вошел в международный календарь. Из Казалинского района нас отправили свыше 200 человек. Сколько уже ушли из жизни? Осталось нас 81 человек. Многие инвалиды. Дети рождаются с мутациями. Мы это видели. Чтобы никогда больше не повторилось такое.